В операции по освобождению Мосула от ИГИЛ будут задействованы около 120 тысяч военных. По сообщениям СМИ, наступление может начаться после 20 октября. Ранее власти Ирака рассказали о готовности всех участников к антитеррористической операции. Иракским военным будут помогать коллеги из США, Франции и Турции. Напомню, второй по величине город в стране террористы захватили 2 года назад. Он остается их главным оплотом. В Мосуле находятся до 10 тысяч боевиков, большинство из которых иностранные наемники.